Всем привет, ребят. Ну что, вот наконец-то я зашел первый раз на свой первый аккаунт, донатный аккаунт, который я по чуть-чуть забрасываю. Конечно, я на нем буду играть, буду записывать вам видосы, но он уже не такой активный, как был раньше. Перестал я заморачиваться над силой, она по сути нафиг никому не нужна. У меня есть другие аккаунты на китайском сервере, на английском сервере, которые намного круче стали за пару месяцев, поэтому как бы здесь нету смысла это все дальше продвигать, развивать, и оно по сути одно и то же, просто там больше возможностей для записи вам видосов. Что у нас сегодня будет? Во-первых, всех с Новым годом, 2019 уже, за окном скоро будет весна, я надеюсь. Погода все-таки у нас в Украине новогодняя, надеюсь, у вас больше снега, чем у нас. Все как обычно растает. Последние там время, пару лет, нету никакого новогоднего праздника за окном. Так, окей. Что у нас сегодня? Сегодня у нас архидемон открылся. Я вам покажу, буду вам записывать видосы как донатные, так и бездонатные. К сожалению, у меня здесь нету таких сборочек обычных там, которые есть у всех. У меня герои здесь хорошо вкачаны, прокачаны. Я вам буду в основном показывать, к чему надо стремиться, какие составы брать. Вы уже плюс-минус будете подбирать своих героев. Сегодня у нас архидемон, который уже был. Стан цели, огромный урон, иммунитет к эффектам уменьшения энергии. По сути, что для этого архидемона надо? Вообще, что для архидемона надо? Многие не знают, какие ставить надо таланты. По талантам замедление. Почему замедление? Замедление при срабатывании, когда оно замедляет, дает дополнительный урон. Этого на Википедии не написано, это немногие знают. По рунам. Недавно вышли руны, у нас каждую обнову выходят таланты, руны новые, раскол. Сейчас я вам его покажу, чтобы многие понимали, о чем речь, потому что есть много иностранцев, которые смотрят. Вот, например, укротитель. Замедление, оно у меня здесь на девятку прокачано, шанс 50%. Рунами стоит раскол, который дает стабильно 6000 урона, плюс 100% атаки повышает и имеет шанс нанести дополнительный урон, равный 18% от максимального здоровья цели. То есть, насколько вы знаете, у архидемона дофига жизни, то есть, соответственно, каждый удар там будет 500 тысяч, грубо говоря. То есть, на архидемона, скажем так, на этого, да, мы сейчас попробуем собрать составчик. Это у нас будет такая вот химка, я еще не пораставлял их всех. Сейчас посмотрим. Так, ведьма. Вольта мы брать не будем, чтобы он его ослеплял. Естественно, тыковка. Тыковку можно брать с водушкой. Рунами мы поставим сейчас ей раскол. Потестируем. Так, стрелок, по-моему, где-то здесь был. Разные составы тестировал. И фрайку ставим. Вот, то есть такой вот у нас будет состав. Объясню, сейчас расскажу почему. Так, стан целей. То есть он будет по области бить. Это архидемон, который бьет по области. Это я уже думаю, многие из вас знают. И, соответственно, он станет огромный урон. Что имеется в виду? Он будет бить у вас по цели с наименьшей жизнью. То есть в данном случае, когда-то мы использовали Атланта со щитом, как только он вышел, потом начали использовать Фрейю, которая там ведьма. Ведьма дает своих тыковок, у них жизни меньше, соответственно, он топором бьет по них. Сейчас есть Фрейя, у которой есть дополнительно голуби, которые имеют там 50 жизней, единиц жизни, соответственно, архидемон будет бить по ним. Это дополнительный его удар. Иммунитет к уменьшению энергии. Был в свое время архидемон у нас, который наносил урон, точнее, с него нельзя было, точнее, можно было снять энергию, то есть можно было за счет разбросика не дать ему включаться. Этот имеет иммунитет, то есть есть такие, которые не имеют иммунитета, я вам об этом буду рассказывать, есть куча других видосов на канале, можете там посмотреть. Что он еще делает? Вот, наносит большое количество урона противнику с наименьшим здоровьем.
оглушает 3 случайных врага на 2,5 секунды, снимает с них положительные эффекты. То есть он снимает с них полностью все бафы. Оглушение нельзя снять, и уклониться от него тоже нельзя. Демон имеет высокую защиту и иммунитет к оглушению, молчанию, эффектам уменьшения энергии, то есть разбросу. То есть вот такой вот демон у нас 5 секунд кулдаун. Можно пробовать с вольтом, то есть ослеплять его, попасть в кулдаун, чтобы вольт ослеплял. В принципе, можно такой вот вариант попробовать. Давайте сейчас попробуем именно такой вариант. Так. На этом, на китайке, по-моему, или здесь я набивал. Ладно, попробуем изначально такой состав. Вот такие вот у меня герои. Поехали, сразу же проверим. Поставим на отхил питомцев. Ангел для отхила обязательно, на укротителя. Так как он тоже ближнего боя, можно поставить. В принципе, тут у нас не будет... не будет приспешников, поэтому можно не особо заморачиваться над этим уклонением. Но во многих случаях слоник именно спасает. Так, два героя у нас собраны. Ведьма у нас будет третья, а набор энергии, в принципе, тут не особо важен. Поставим ей Рудольфа. То есть тут у меня пиромах по чары, поэтому, думаю, рассказывать вам не надо. Если вам интересно, то тоже пишите в комментах, расскажу. Так, три героя у нас собраны. Можно также использовать вольта, тоже как вариант, но пока мы его трогать не будем. То есть мы собираем, по сути, бездонатный состав. Так, сюда мы поставим... Чикабума. Чикабум для того, чтобы наносить больше урона. Так, есть. Дальше. 4 у нас есть. Дальше. Тут у нас будет стоять панчбокс. Он тоже дает дополнительно урон. Такс. Ну, в принципе, этого особо и не надо, но пусть будет. Можно было бы даже смертушку поставить. Давайте смертушка пусть будет. Вот такой вот составчик у нас. То есть агрить мы будем сейчас пробовать на тыковку, выкидывать Фрею, агрить на тыковку. Самое главное, чтобы у нас Фрея ударила... до того, как зарядится и выпустила голубя, чтобы не слили у нас тыковку. Это тоже немаловажно. Такой вот состав первый. Потом в дальнейшем можно попробовать убрать либо стрелка. У Фрейя смысла нет убирать стрелка, либо химку. То есть потестим другой состав с вольтом. Так, изначально кидаем Фрею, кидаем тыковку. Вот, видите, у меня на голубя заагрелось. Вроде как на голубя, сейчас посмотрим. Так, тыковка. Ну вот, пошел набор. Как-то странно, тыковка что-то не туда побежала. Ну, смотрим, в общем. Вот пошли уже 500-ки. Но мы потеряли очень много времени на разгон. Но опять же, все архидемоны, чтобы вы понимали, рандомно все, потому что, вот видите, сработка не пошла. Ну, то есть варианты очень разные. Все очень рандомно. Рандомно он включается. То есть тут как повезет. У меня на китайке получилось там набрать свыше, сколько там у меня было... 7,5 миллиардов, то есть 3,1,5 я набил.
Тут у нас, к сожалению, уже так не получится, потому что, видите, без вольта вольт ослепляет. Вот у него кулдаун совпадает. Если вольт у нас совпадет кулдаун, он фактически демон ни разу не включится. То есть сейчас мы тут много не набьем. Немножко неправильно заагрили. Ну, по сути, мы только два набьем. Больше мы сейчас не набьем. Не знаю, есть у меня тут карты или нет. Вот всегда должно быть вот так вот, 500-ки вылетать. Но они не всегда вылетают. Вот сейчас вот второй заходик, как видите, он нормально начал проседать, и мы фактически там за 40 секунд его разбили. То есть в среднем где-то так и должно быть. Все зависит опять же от того, насколько удачно у вас будет заход. Изначально у нас тыковка сработала немножко не так, и мы потеряли из-за этого очень много времени. Вот опять то же самое, видите, не дает он нам быстренько включиться. Сейчас посмотрим, или есть карты. То есть такой вот вариант, он рандомный. То есть вот сейчас я, допустим, набил сколько там, 2 и 1 где-то. Да, 2 и единичка. По сути, это вообще фигня. Так, ну давайте такой же, давайте еще раз такой же, вот именно такой же заходик без вольта. То есть пробуем, уже после полуночи я вам дополнительно засниму еще один видос. Либо завтра уже. То есть опять же, раз, два. Ну, в принципе, тут защита это нафиг не нужна. Самое главное, что он у нас загрелся на тыковку. Вот, это уже пошли, этот заход по-любому будет намного лучше. Для чего берут сюда вольта? Для того, чтобы срабатывало ослепление. Опять же, вольт есть не у всех. То есть, как видите, здесь герои, которые без доната. Вот посмотрите, насколько разница у меня сейчас уже в разы причем. То есть, все зависит от того, какие у вас прокачки. У вас на каждом герое должны быть там пиромаги и прочее. У меня тут, кстати, по-моему, пиромагов и нету на всех героях, если я не ошибаюсь. Надо сейчас посмотреть, я тут был переролил. Поэтому у нас результат не будет особо топовым. Сейчас посмотрим. Ну, то есть в среднем, как видите, за минуту я буду где-то... Где-то мы больше набьем, около 3, а может и нет. Сейчас посмотрим, как оно дальше пойдет. Я, по-моему, не делал, надо будет переролить. Чары, в принципе, тут самоцветы на этом аккаунте не особо нужны уже. Да, где-то в среднем мы на 3 идем. Ну, в топ-10 должны мы попасть. То есть разницу вы видите. Тот же состав, просто немножко по-другому выбросили героев. Ну, у меня, по-моему, тут, если не ошибаюсь, на стрелке и на фрей, и на тыкве нету пиромагов. Надо будет посмотреть. Пиромаг либо ассасин, одно из двух. То есть такой состав вы можете собрать... По талантам там не такие, там не будут у вас особо топовые прокачки, но вам будет этого вполне хватать, чтобы выбивать нормально с архидемона. То есть все зависит, конечно же, от ваших прокачек, но вот это бездонатный состав,
которым бьют такого архи. Вот 23 секунды, мы там еще где-то половинку, может, набьем, а может и нет. Нет, видите, все-таки не зашло изначально. У нас по 500, видала, где-то 400, или даже не набьем. Но у меня нету максимальных пиромахов. Доролим их, думаю, сегодня, и уже следующий видосик с этим архи я вам покажу. Получше результат должен у нас быть. Ну, 3,7 там у нас должно быть, я не знаю, второе место, но я уже после полуночи постараюсь. Да, то есть у нас сейчас вот второе место, ну, по сути, думаю, мы заберем его уже попозже. Так, с этим мы разобрались, это я вам показал. Поехали посмотрим, что там у меня героев еще не стоит по талантикам. Так. Вот, видите, передача стоит, то есть нету. Раз, стрелок. На стрелке ассасин есть и тыковка. Не помню, что там у меня на тыковке. Да, тут вообще ослеплялка стоит. То есть это мы поменяем, и в принципе, видите, совсем... А, вот у нас есть коробочки, этим займусь. Будет совсем другой результат. Ну, как видите, даже без двух этих я практически набил топовые результаты. Вот такого же демона архи я бил там, конечно, у меня на максималке все прокачано на китайке. И то же самое. Все очень рандомно. Как видите, у нас было, по сути, 5 миллионов. Сейчас у нас... практически 7, тот же состав, мы ничего не меняем. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.